В Чебоксарах появится новый музей воинской славы в виде настоящего морского судна. Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» планируют транспортировать с Калининградской области в столицу Чувашии. Об этом стало известно на еженедельном совещании в администрации города. Стоимость перевозки судна составит около 20 миллионов рублей. Напомню, возможность отправить корабль в Чебоксары появилась еще в 2017 году, когда было принято постановление правительства России о передаче его в муниципальную собственность города. Однако тогда у администрации не нашлось денег. Сейчас ситуация изменилась. Правительство республики выделило чебоксарским властям кредит в 1 миллиард рублей по ставке 0,1% годовых. В результате в этом году на обслуживание муниципального долга столице удастся сэкономить около 60 миллионов. Часть этих денег направят на транспортировку корабля. Длина корпуса судна почти 60 метров, ширина 10. Установить его планируют в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» прошел более 65 тысяч морских миль. Экипажем досмотрено более 570 судов. За 26 лет службы судна «Школа мужества» на нем прошли более 100 чувашских пограничников. Опыт создания музея на корабле есть в Санкт-Петербурге. Там установлен крейсер «Аврора», пришвартованный у Петроградской набережной. Специалисты администрации города планируют перенимать опыт северной столицы в области организации выставок и экскурсий. Ответственным за доставку корабля назначаю Васильева Юрия Александровича, за выбор места и установку Кучерявого Ивана Леонидовича, ну и за создание музея воинской славы Маркову Людмилу Владимировну. Прошу вас всех в течение недели представить дорожную карту на утверждение. Источник финансирования появился, как уже отметил. Задача в 2020 году доставить, в 2021 году открыть музей.